Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Продолжаю сборку и покраску танка С7 от фирмы Трумпеттер в 35-м масштабе. И как видите, краска полностью хорошо высохла. Модель, на мой взгляд, получилась на 5 баллов. Но я так подумал, немножко придам модели немного другой оттенок и сделаю фильтр. В моделизме, наверное, фильтр — это одна из самых простых деталей при покраске. Фильтр буду делать Амамик желто-зеленый. Так вот, если посмотреть, он еще и немножко с сероватым отливом. И я надеюсь, данный фильтр немножко высветлит данный цвет. Немножко состарит модель. У кого нету, в принципе, фильтров покупных, можно взять краску масляную. Я, например, иногда использую краску Сонет. Взять немножко желтого цвета, немножко серого, сделать жиденький фильтр и нанести его на модель. Но все-таки проще покупать сразу готовое. Хорошо встряхиваем. Из днища танка наносим фильтр на модель. Невооруженным взглядом, конечно, сильно и не видно его, особенно при искусственном освещении. Но при дневном свете вы заметите, что модель немного поменяла цвет. Главное хорошо перетряхивать краску, хорошо ее перемешивать, чтобы пигмент не оседал. Вот такими движениями фильтр наносится по всей модели. Перейду в ускоренный режим и быстренько это сделаю. Нанес фильтр. На все про все у меня где-то заняло минут 10, не более того. Теперь даем полностью просохнуть фильтру. Даже очень хорошо все высохло, смотрите. И после этого я буду наносить на модель глянцевый лак для того, чтобы по глянцевому лаку сделать смывку.
Задув модель глянцевым лаком, дал ему хорошо просохнуть не менее 12 часов. Лаком задувал от фирмы Томия. И после того, как хорошо лак высох, буду наносить смывку темную от фирмы АК Интерактив.